сегодня сбудется моя мечта. Мы сегодня едем в парк Винкс, Rainbow Magic Land, да, именно так называется. И мы планируем там потратить 2 дня, сегодня и завтра. Этот парк не работает круглый год, он открылся совсем недавно, в плане, что, ну, он только летом работает, не как Диснейленд. Мы, собственно, попали как раз в этот период на открытие. Единственное, что сейчас уже 2 часа, парк закрывается в 6. Тут вариант, либо много народу будет в парке, так как сегодня Пасха и воскресенье, либо, наоборот, мало народу, потому что все празднуют дома. Я надеюсь, все-таки второй вариант, потому что не хотелось, чтобы было много очередей. Здравствуйте, а вы тоже едете, да? Со мной, наверное? Ура! Давайте не будем писать, да, в комментах, типа, Винкс, фу, Винкс, фу. Я таких не люблю, знаете. Мечтала уже давно побывать, и наконец-то. Чтобы проиндексировать наши билеты, мы идем на кассу. Вот, собственно, цены. Мы уже заранее купили билеты по интернету. Они нам обошлись в 116 евро на 3 человек на 2 дня парка. И также на 1 день отеля. Это очень выгодно. Идем на инфопоинт. Тут очень красиво. Честно говоря, попала как будто бы в арабскую сказку. Я так понимаю, это карта. Нам она очень нужна. Я возьму. Вот. Алфей, Алфей, Алфей. Я вижу вдалеке. Я маленький ребеночек, который рад просто всему. Это даже очень мило. Зашли в парк! Как я вижу, тут находятся сувенирные магазины, но мы зайдем в них чуточку позже. Зачем нам? Я уже открыла карту и... Куча аттракционов! Как это вообще окучить за 2 дня? Особенно, когда еще ничего тут не знаешь. Очень красиво. Смотри, в домике Алфея, та самая школа, где учатся и живут все феечки Винкс. Сейчас мы идем с вами на горку Шок. Как я понимаю, эта горка, вот она, собственно, находится. Она классная. По крайней мере, так говорили мне на помощь. Так что, и на вид она... Народу, к счастью нашему, очень мало. Везде здесь есть такие вот надписи, то есть одна линия — это 15 минут стоять в очереди. Но мы стояли минут 5 и уже почти близки к цели. Я хочу, конечно, сесть, наверное, первый ряд, поскольку обдувать будет конкретно. Мы только что сходили на аттракцион. Действительно, большой шок. Разгоняемся на большущей скорости и резко падаем вниз, а потом еще переворачиваемся. Все очень клево. Я решила еще второй раз прокатиться, но по непонятным причинам вагонетки остановились, и мне не удалось этого сделать. Ну ладно, завтра. Мы стоим около театра Винкс, и через 3 минуты начнется шоу. Так что я предлагаю пойти посмотреть. Мы тут для очень маленьких ребят, так что мы... Посмотрим пару минут, и я думаю, что они по-итальянски говорят, поэтому мы вынуждены были покинуть. Винкс летающий. Так, и тут какой-то аттракцион. Яна Винкс.
бывает просто пролезть через это. Нас не забанят по авторским правам. Когда шаришь, а мы летаем на корабле. Волшебное место. Это очень похоже. Я специально села на последний ряд, ну, на предпоследний ряд, чтобы поэкстремальнее было. Не тормозить, как стыкерский. А тут проводится танц-шоу. Это как в Диснейленде шоу каскадеров. Поэтому я думаю, мы не пойдем сюда. Мы пока сидим, ждем. Я спросила, сколько это по времени идет. Сказали 15 минут, так что, не знаю, посидим. Солнце печет конкретно, поэтому я в панамке. Ну, вот этой, в бандане, вернее. Сейчас карту смотрим. В общем, мы решили идти по такому маршруту. Вот тут мы находимся, тут детская часть парка. Нас, наверное, больше интересует это. Да нас вообще все интересует, на самом деле. Но это интереснее. Тут все-таки для более взрослых, а тут для детей. Но мы пройдем все. Так, тут Алфея. В общем, как мы видим, пока не пройти весь парк, до Алфеи не дойдешь. Потому что народу там реально много, и то есть весь народ, который в парке, он скопился на этом шоу. Так что надо плавненько тик-тик-тик и бежать в очередь в другие аттракционы. Что я вижу? Мейзон Худини. Да уж, название впечатляет для русских. Только что это такое, я не знаю. Ага, закрыто, до свидания. Мы пришли на мини-квест, то есть мы будем сейчас походить по комнате. В Астериксе во Франции тоже такой же аттракцион похожий. Я, в принципе, догадываюсь, что сейчас будет. Вот нам тут загадочку сказали. Мы стоим, ждем, аж
что ждем, непонятно. Там кто-то стучится в темноте, это стрёмно немного. То нас, то дом качал. В общем, сейчас мы идем в детскую часть парка. Я не знаю, помещусь ли я в это. Наверное, нет. Ну, ладно. Сейчас будем летать. Заодно парк посмотрю. О, мы опускаемся. Только я достала камеру, а мы опускаемся. Потрясающе. Хотя в Риме всегда, мне кажется, лето, потому что снег выпадает очень-очень интересно. А сейчас самое главное пробежать и не намочить. Andiamo lì, no? Такой экстрим, я от страха наложила в штаны. Это магическая станция-бар, но мы туда не пойдем.